А ну давай, вдалеко, прям в долину туда стреляй. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фанион, Бенни Хоп, Энгри Панда, Щитас, пацаны, поздравайтесь. Здорово. У нас сегодня очень классная рубрика, потому что у нас будет новый монстры Хендерсона. Смотрите, какие они просто громадные, поэтому мы взяли карту здоровенную. Давайте поближе к центру, мне кажется, он даже там не влазит. Вот, смотрим. А давайте мы сделаем что так, чтобы он атаковал нас. Прощайте, пацаны, я под землей. Так, я валил. Валите, валите. Опа, он уже одного сожрал. Он берет просто и подтягивает к себе карту, да, и жрет. Кстати, он быстрый или нет? Надо отойти вам и посмотреть на скорость. Так. С виду кажется, что он просто нереально медленный какой-то. Еще одного хватанул. А, я вижу, ты там даже лагаешь в щупальце. Ты не на краешку щупальца, а кто посередине, что ли, немножко. Я постреляю в него, пусть на меня переключится. Воу, на меня. А, кто стреляет, от того и бежит. Давай, иди сюда, щенок вонючий. Давайте что-нибудь такое возьмем. Пистолет, например, против этого додика. Вот это он светится. Хорошо. Давайте посмотрим еще этого. Sky Tent Clays какой-то. Может, не так прочитал? О, он сразу меня жрет. Так, подожди, а чем он отличается от того? Такой он лагучий. Ага. А вас лагает? Мне кажется, он не вообще не лагучий. Ну давайте этого поставим. Он вообще не лагучий. Ого! Получается, этот больше намного. Что-то они не атакуют. А дерутся они, не дерутся? Он меня зажрал, кстати, смотрите, да. Я думал, я буду прям, знаете, в высоту подниматься, но нет. Ничего не происходит. Я погнал к ним. Воу, давайте, у нас еще есть бешеный кот. О, давайте поставим сиреноголового. Посмотрим, будут они воевать между собой или нет. Да ну не меня же, между ними воюю. Вот псих какой-то. Да ты неадекват, ты сиреноголовый. Надо пролететь. Ай-яй-яй, схватил. Здесь нереально пролететь, но можно успеть. За один раз. А еще у нас есть вот такой вот классный бешеный кот. Да, они ваншотят. О, пошла драка. О, он голова, видели как... Ай, схватил. Все, пацаны, сейчас должны между собой воевать. Смотрим. Кто сильнее? Воздушные щупальцы из космоса? Или сиреноголовый? Так, давайте посмотрим. Они этот... А! Да. Слабые, да? Вон, притягивает. Смотрите, сиреноголового, что ли, взял? Нет. Из челиков кого-то. Так. Битва так битва, ну... Чуть подлагивает. Не, фонароголовых не будем ставить. Давайте сиреноголовых поставим. О! Я к ним. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Давайте сделаем 10 лямов подписчиков. Это очень просто. Это кто атакует? Это он? Да. У него что, лазерные взрывы есть? Ого! Ого! Да что это за взрывы? Я отлечу. А чего он... Это лазеры какие-то у него? Я видел, с неба лазер опускается. Просто... Он уничтожил всех. Ого, он просто раскидал этих, как щенков. Что, у меня есть гипермашина и пипец. Я сейчас, короче, удалю, пацаны. Сейчас я сделаю немножко... Я поставлю одну щупальцу. И очень много разных сиреноголовых. И посмотрим, может он просто всех выиграет за изично. Так, давайте сделаем, чтобы они нас игнорировали. И мы понаблюдаем эту битву. Так, давайте вот этих быстрых нафигачим. Отлично. И одна вдалеке мощнейшая щупальца. Вон там вот аж. Посмотрим. Может кто-то... Одна что ли? Или еще много есть? Щупалец? Ну их два разновидности, но мне кажется, вот это стреляет. Я думаю, они между собой будут воевать. Давайте другую поставим щупальцу. Вот эту вот, например. Мне кажется, да, вот этого я стреляла. Во, да, пошла, смотри, битва. Ну-ка, будет стрелять? Я отлечу издалека.
посмотрю. Они его загасили! Ну, он загасил большинство. Во! Вот эту, да, Абарова прям вообще срывается. Ого, на их фигачит. Стреляй, щупальца. Ты чего не стреляешь? Гасит. Да, она выиграла всех. Это самая мощная. Получается, да, это самая мощная. Вот она стреляет. На! Уничтожейшн. Я даже не понимаю, что там происходит. Там просто белая какая-то кабака, да? Поехали. Ого, она стреляет. Вон я вижу лазер, куда полетел. Нифига себе она лупашит. Красиво, это очень красиво смотрится. Не знаю, как будет на записи, но очень круто. Че, хотите в нее пострелять? Она ж не будет вас гасить. Давайте сделаем битву против... У нас есть летающие летучие мыши. Летучие мыши, в огонь! Ой, подлагивает аж. Вот это битва. О, они полетели к ней. Они, мне кажется, не могут ее убить. Не могут? Что, да просто, ля, пятерых сразу. Тогда одним ударом. Просто я не думаю, что они бешеные титаны. Это когда она какая-то бешеная, это медуза. Горгулья. Я не понимаю, что там просто вверху у меня какая-то светящаяся штука, да? У вас тоже? Откуда щупальцы выходят? Да, это типа из небеса. Типа из космоса, да, получается? Так, ну что, типа там же Sky написано, Sky, Титан. Ну да. Короче, я на всех летучих мышей этих вонючих убила. Так, а ну, ходули в путь. В атаку. Я внутрь. Ого, они там, смотри. Воюют, прикольно. А ну иди сюда, и смотрите, как они его гасят. Ого, сколько ударов получает в секунду этот челик. Вот это... Что-то не по плану пошло. Вот это жесть. Вот. Все нормально, все нормально, пацаны. Но почему-то щупальца не хочет их дамажить. А вот этот, если придет. Еще толпа идет, стена на стену. Вот это они его гасятся. Щупальца похожа на Кризис третий. Тогда. Вообще. Почему оно не стреляет, я не понимаю. У него же есть такое оружие мощное. О, давайте я попробую вселиться и стрельнуть этим оружием. Почему я так тоже раньше не сделал, не придумал? Если бы еще вселиться... О, нашел место. Так, пацаны, я вселился в эту медузу. Давай. А, я тоже так. Вселился. Так, это я вот ударил. Че ты вселился? Но... Не понимаю, как стрелять? Так, я выселился. Что произошло? Ничего не произошло. Хорошо, давайте эпик сделаем. Допустим, у нас сейчас будет... Сейчас я удалю всех. Раз, два, три. Три этих штуки. Раз, два, три. И еще мы поставим третью сторону. Вот это жесть. И что будет происходить дальше? Ничего не происходит, они просто танцуют? В ритме танго? Ну, что происходит? Вот это жесть, вся карта засвечена. Я ничего не понимаю, но очень интересно. Воюют. О, пошла жара, да. Галимую какую-то войну сделал, они плохо как-то воюют. Стойте, давайте заново. Я хочу просто сделать эпик. Я хочу, чтобы они опять пострелялись, как тогда. Оригинальные сиреноголовые. Оригинальные, вот их. Против одной бешеной кабаки. Все, пошли воевать. Ого, как они руки протягивают. Давай, сиреноголовый, ты сможешь. Давайте на помощь еще этот... Друга. Давайте вот сюда его поставим. Блин, как-то странно ставятся они очень.
Во, четко. Ну-ну-ну-ну-ну. Надеюсь, сейчас что-то будет интересное. Что война происходит между сиренами? Тогда, ну никаких звуков нема. О, убили. Вот тут есть звуки. Ну, горгулья, стреляй. А по какой они тогда, помню, сиреноголовым? По вот этим стреляли они. Нет, не по этим. А давайте вот этих еще. Вот по этим точно стреляли, 100%. Во! Только я их поставил, сразу выстрел пошел. А, ну нифига себе, она их убила одним выстрелом. Уго, там просто непонятно, что происходит. Как вы думаете, сколько этот лазер выносит жизней? Так какой у тех... Да больше, наверное, побольше. Где-то 100 пленов. Ничего себе, что там просто за... Это лазер в ту сторону, да, полетел? Да, получается, он стреляет, и лазер продолжительный сейчас. Офигеть, как это красиво, я хочу полететь туда. Наверное, не успею, он исчезнет. 100 миллионов снес. 100 миллионов? А ну-ка, пролетим прям в лазер. Умру я или не умру? Просто белая штука, все, исчезает. Хорошо, давайте еще один выстрел и все. Ну, я хочу, чтобы он стрельнул в ту сторону, не? А его поближе. Ой-ой-ой-ой. Воу. Ну-ка, стреляй. Стрельни, да, сейчас заряжается. Он как заряжается, а потом стреляет. Да-да. Ничего, нет, не стреляет. Да-да-да, поближе. Давай поближе поставлю. Да блин, он ставится надо мной. Надо близко очень ставить, прям получается вот здесь вот. Я просто хочу, чтобы он стрелял лучом, и он летел через всю карту. Понял? Очень жесткий. Во, все, погнали. Ну-ка. Выстрел. Не выстрел. Собака, стреляй. Да сейчас, подожди. Оно там стреляет при каких-то определенных условиях. Я не знаю, как это работает. Не хочет. Только звуки издает прикольные, когда появляется. Ну-ка. Может надо, чтобы и на нас агрились, а ну-ка. Вот так вот. Все, всех на всех. Ну, стреляйте, чьи щупальцы. Вонючие. Короче, рандом полный. Ну, очень интересно. Ты через оно время так вот? Да и не знаю даже, как оно работает. Да, странно. Ну, гаси! Гасишь? Во, пошла, наверное, атака, не? Вот это жесть! Это, знаете, как это мега-битва. Вот, пошел выстрел. Она щупальца расширяет и, взрыв идет мощный. Ой-ой-ой, уничтожила просто. Получается, знаешь, когда она стреляет? Когда находится только чисто под ним. Все, короче, я делаю свой выстрел мощный. Блин, они, наверное, не умрут. Скорее всего. Ну, мы сейчас проверим. На, попей. Так, надо как-то взорвать. Где мое оружие мощное? Вот это красиво. Еще будет пару взрывов. Там вроде 6 взрывов должно быть. Ня. А ну давай, вдалеко, прям в долину туда стреляй. Пацаны, что-то не убивает. Я живу. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.